В год столетия Серпуховской авиашколы, традиции которой продолжает военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, в округе появится памятник авиаторам. Варианты его установки рассмотрели сегодня. Также в ходе рабочего объезда в зоне внимания сотрудников администрации было решение проблемы подтопления двухэтажки на улице Химиков. Старая двухэтажка разительно отличается от расположенных рядом домов ровесников. Фасад у здания словно покрашен недавно. Ухоженный двор, новые скамейки и урна-песочница. Все это установлено после первой встречи главы с жителями осенью прошлого года. В саде решение и вопрос с ливневкой. Люди жалуются на подтопление дома после дождей. В планах и обустройство пешеходной дорожки. Основная задача сегодня – это водоотведение. Деньги не маленькие, они все равно не маленькие для нас. 1 100 000. Мы сейчас делаем водоотведение по результатам экономии, тогда уже смотрим и делаем тротуар. По просьбам жителей ко Дню защиты детей здесь установят и детскую площадку. Нам сделают ливневку, что отведут воду от дома. Это нам обещали и нам, я надеюсь, сделается в ближайшие сроки. У Юлии Купецкой были вопросы к управляющей компании. На дверях подъезда двухэтажки объявления о работах, которые могли бы уже проводиться на условиях софинансирования. Однако управляющая компания «Пик Комфорт» не провела с жителями собрания, поэтому пока ремонт подъездов откладывается. Следующая встреча в микрорайоне Слобода. Здесь в этом микрорайоне почему? Потому что школа летная была в этом женском монастыре. В 1922-м во Владычном монастыре базировалась Серпуховская авиационная школа. В числе первых ее руководителей был прославленный летчик Валерий Чкалов. Обучал молодежь и не менее знаменитый Михаил Громов. Сотни заслуженных летчиков-участников Великой Отечественной выпустило это военное учреждение. Поэтому Совет ветеранов округа и обратился к главе с просьбой установить памятник авиаторам. Мы уже обсуждаем, как мы это будем делать. То есть это должен быть а-ля сквер. Можно и проводить мероприятия, возлагать цветы и делать это в торжественном. Как вариант для установки памятника авиаторам расположенный рядом Екатерининский сквер. В этом году исполнилось 85 лет Серпуховскому аэроклубу. Вот. И сейчас еще вот Серпухов вместе с администрацией решаем установить памятник Чкалову, ну и сделать какое-то место памятное, связанное с авиацией, потому что Серпухов очень, ну, Серпухов как богат такой авиационной историей. Завершился объезд осмотром проблемных контейнерных площадок. Одна из них расположена на Ворошилова 94. Предприниматель Светлана Картузова жаловалась на невыполнение своих обязанностей региональным операторам. Сегодня проблема решена. Мусор вывозится.